Друзья, всем привет! Влог я начинаю с ночи, и она у меня покушала. Сейчас будет высветиться время, в какое время она у меня кушала, проснулась, капризничала, зубки растут, уже второй лезет, и в час ночи мы покушали. Вам в этом видео покажу небольшой наш режим, во сколько мы ночью кушаем, но это не всегда, это вот единичный случай, что она так ночью покушала. Потом я ее уложила, потом она опять заплакала. Я ее еще раз кормила. Сережа уже спит, а я делаю свои ночные процедуры. Не всегда она так рано хочет есть, но вот и встала еще в 6 покушать, потому что днем не особо она есть хочет. И поэтому 10 мы встали час назад, играла она все это время. Ночью мы покушали вот утром только рано. И вот она только в 9 с чем-то встала. И то ремонтники разбудили нас с 8:20. Дверь работала, даже в охрану звонили, чтобы сказать, что с 9 вот их нашли, но уже Милана проснулась к этому времени. Ест она утром плохо. Я развела 150 с кашей ей, но она плохо кушает. Не знаю, сколько съест. Потом буду давать ей. Здесь у меня баночки. Я обычно ей даю салатик овощной. А так сегодня давала смесь сейчас и с молочной кашкой давала ее. Он балуется, сидит. Я сейчас пойду на работу 4 часа, с Миланой будет сидеть моя бабушка. Я снова иду на работу. Бабуля пришла, немножко опоздали, надо было такси заказать, а я звоню. И она говорит, мы с пересадками поехали, сейчас буду такси заказать. Я туш не нашла и накрасила только тоналкой. Взяла с собой на обзорчик лимонадик, зонт. Сегодня прохладно. Иду, мне осталось 10 минут. И буду работать уже. Сегодня две девочки, сегодня Сережа до 2 рано закончит, и я рано закончу. Так что иду. Деревья, деревья. Сейчас осталась с моей бабушкой. Она сейчас поест. Попозже сейчас поиграет, поест, ляжет спать. А там уже и я приду. У меня сегодня всего 2 наращивания, поэтому сегодня недолго. И потом опять дальше расскажу вам распорядок дня, когда Сережа в первую смену. Я снимала сейчас обзор на вот этот вот сок. Там состав очень хороший, мне понравился. Пишет то, что 100% натуральный сок маракуйя. Мне, знаете, что хотела сказать? У меня Маша сейчас такая капризная стала. Капризничает, зубы режет. У нас режет уже второй зуб, он уже виднеется второй. По ночам она кушает, конечно. Я, кстати, снимала, выложу видео, или уже есть на канал. Наверное, уже будет, этот влог позже будет. На основной канал, наш распорядок дня, наш режим дня в 6 месяцев. И вот Милана сейчас капризная. Бабушка сказала сейчас, что у нее, похоже, температура. Она чуть теплая, говорит. Лобик теплый. Я утром, мне тоже это показалось. Я сейчас приду, измерю ей температуру. Если у нее есть она... И у нее немножко кашель. Я не знаю, из-за зубов это или нет. Вот. Мне все говорят, что это из-за зубов. И Сережа всем на работе говорят, у кого дети, что это из-за зубов. И бабушка мне говорит, это из-за зубов кашель. Она так, знаете, подкашливает, когда хочет громко что-то сказать, звук выдать, но кашлять начинает. И теплая с утра она была. Сейчас приду, буду мерить ей температуру. А мы собирались завтра на дачу. И если... У нее так и будет, и кашель, и температура, то, естественно, мы никуда не поедем, она будет сидеть дома, я даже ребенка дергать не буду. Поэтому
Посмотрим. Друзья, побежал я, мне девочка написала, уже пришла. Вот когда купила кондиционер, и он просто стоит, потому что и для кондиционера крепление, потому что холодно. У нас 21 градус, у нас прям прохладно. Еще я плюс клей другой стала использовать. Он просто идеально клеит сейчас в такую погоду. Ну, естественно, кондиционер пока не нужен. Но я его не буду сдавать. У нас же 14 дней есть на проверку. Я не буду его сдавать. Он нам все равно понадобится. И за такую цену, как мы купили, потом уже не найду. Поэтому я его не буду сдавать, а лучше оставлю. Я сейчас тут сижу. И хочу вот из этой флешки... В эту флешку посмотреть, что там есть вообще. И опять Миланиных фоточек накачать и распечатать. 15 рублей одна фотография вчера стоила. Я вам во влоге вчера показывала. Хочу опять так здесь где распечатать. Вот. Да, вот они. Надо их удалить и туда в новую папку скачать другие. А здесь у меня разные фотографии. Я хочу вообще посидеть, посмотреть, что у меня тут есть, пока у меня есть время. Все, я иду домой. Отработала сегодня. Сейчас поедем в ленту за рыбой. Завтра на даче у Миланы нет температуры. Ура! Когда она и на ковике лежала с Лерой, играли она. Давай, да? Давай, дочь. На бис. На бис. Давай, на бис. Птенец, ну как? Давай. Давай, чтобы все слышали. Как Милашечка кричит. Давай. Милан, блин, я так и знала. А, спасибо. Ты так новое умеешь делать, да? Ты так голос сорвешь. Звонкая. Певицей будешь. Птенчик, ты птенчик. Устала или нет? Нет. Нет. Тонким голоском, как Арифа. Нет. Да. Не устала. Не устала. Папу-то напугала, он-то не знал это. С Алиской. Ты папу-то будет. Напугала? С Алиской будет, да. Петь будет. Пойдем, дочь, в магазин. Пойдем. Да. Зубик, покажи. Покажи зубик. Раз закрыла. Да. Как бы ты понимаешь. Покажи зубик. А вот какой зубик большой, милаша, да? А у Леры уже тоже большие зубики. И у Милаши. Мы тут идем дворами. Там вот лента. Сейчас покажу вам. Вот. А мы пошли в торпеды, где я раньше работала. Потому что Милана спит. И я не хочу ее тревожить. Из-за этого решили пойти вот здесь, дворами. Так хорошо, я хотела в Стригинский бор съездить в лес сейчас. В Стригинский лес съездить, но он далеко. Поэтому будем ждать, пока Милан проснется. Привез бабулю и Леру. В магазине там все купили. Он их повез домой, здесь рядом. А я решила, что мы сейчас не погуляем, потому что я не хочу, пока она спит, класть ее в машину. Не хочу дергать. Сейчас проснется и уже поедем домой. Пока тут погуляем. Жилой комплекс Торпеда. Мы уже туда идем. Мимо частных домов пришли. Идем туда. Дома классные. Строят еще что-то. Бабушка сегодня принесла салатик. Это надо докормить ее. Серёж делает рыбу на дачу. Покажи, какая рыба. С икрой нет. Сейчас посмотрим. Как называется? Форель радужная. Форель. В общем, форельность. Знаете, еще что я хотела бы сказать. У нас у Миланы новый прикол. А, я, по-моему, снимала уже сегодня. Я еще... Что-то еще я вам хотела сказать. Я сейчас иду Милану кормить. Что же я вам еще хотела сказать? Я забыла. Я сейчас, как вспомню, я вам скажу. Сейчас я Милану покормлю. Дайте, я кушать пришла тебя кормить. Мы сейчас гуляли с ней. Но... Вот этот голодный аппетит нагнала, да? Кушай, кушай, моя сладкая. И Сережа хочет каждый кусочек, он посолил и просто поперчить и в фольгу. И до завтра она у нас будет мариноваться. Привет, Саша. Привет, я Катя. Мне тоже нравится. Мила, ну что ты тебя?
На мальчика похожа в этой футболке. Мне тоже она очень нравится, но особенно идет моя дочка. Опа! Бу! Нет. Твою... Дочь, отдай! Блин, кис, я вся в коробках. На, попей, на. Успокойся. Бери. Ты сам там заскатил? Почему сам? Мне некогда лежать. Игорь, а ты что, ничего не рассказываешь? Ой, я, кажется, что-то лишнее ляпнула. Ну ладно, вы пообщайтесь, вам есть что обсудить. Ну, ну что-то делала. Мы смотрим развод. По расчету. Пытаемся смотреть. А, развод по расчету? По премьеру. Вчера она тоже уже садилась, но сегодня прямо уже так смело садится. Смотрите, я ее не держу. Смотрите, оп, сейчас. Она сначала на бок немножко, за руку мою держится. Устала. Оп. Оп. Здравствуйте. Я не могу просто. Степан Константинович, давно вас не был. Я слышала. Конечно. А что значит давно не было? Что у вас? Что есть? О-о-о, о-о-о, жаль. Бросай, правильно, бросай, не надо что-то. Привет, привет. У меня тоже родителей много. Ну, класс, что? Игрушек нет? Да, да, еще и это ей. Ай, дочь, она же царапает меня. Да куда ты? Куда? Дай, дай ей какую-нибудь игрушку, пожалуйста. Не надо, это грязное. А где игрушка-то у тебя, а? Вон на полу они. А то она же еще тебе все расфигачит. Спачку точно. Ну ты съехала, что я тебе могу сказать? Нет, это грязное. Давай книжку, не знаю, солнышко. Я нажму на стоп, да? И с тобой. Есть хочешь? Тихо. Дочь, давай кабачок поедим. Кабачок поедим. Давай. Теперь ее одну в кресле не оставляй. Она сядет и перевернется, не дай бог. Лана. Добрая пчела. Мне нравится кабачок, вообще жесть. Дочь, у меня здесь браслет в нем. Футболку менять опять надо. Ай, ты чё его жуёшь-то? Чё там жевать-то, я не пойму.
спать? Не выплевывай. Смотри, она вместо того, чтобы есть, смотри, она жует. Я вижу. Это тоже новый прикол у нее. Вкусно съел. Да. Идеч. Принеси нам тыковку. Она тыкву очень любит. Ти-ти-ти. О. Давай тыкву дождемся, папа сейчас принесет. Ого. Тыковку. Смотри, если она не наелась, сейчас она поест, да. Тыква. Спать хочет. Да, она сейчас наелся и спать хочет. Вкусно? Давай. Ты что, жуешь ты ее? Тыковка вкусная? Малыша, я пошел. Давай. Я недолго. У нас с тобой вся игрушка, вся одежда. Оп-оп. 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 Умоемся? А первое это называется добавил много. Давай ручки помоем. Руки я мою, прям ее нагибаю. Нет, тебе не надо полотенце. Поела, давай вторую. Лана вот так укладывается. Я ее кладу сюда на диван, она вертится, крутится, немножко играет. Рука застряла, дочь. Играет немножко, потом засыпает. К вечеру бывает на ручки беру. Намного поесть, но вечером вам покажу. Включаю тут мультики на фоне. И вот так вот она ложится. Сейчас поиграет немножко. Друзья, мы идем гулять, мы решили выйти. Милана спала, мы решили выйти погулять. Смотрите, какая тут красота, я в темноте вам показывала. Вообще прям супер, смотрите. А Милашечка вот так накутала я ее немножко. Она поспала, и теперь мы идем все втроем за кофе, потом на детскую площадку. Она там любит малышей смотреть. Сидим на лавочке там втроем всегда. Вот мы сейчас с парк пойдем, потом уже... Так я сегодня выгляжу. Накрасилась, помылась, и теперь нормально вообще. Домой идем. Девчонка совсем замерзла у нас. И папа замерз. И девчонка замерзла. Папа вырядился, блин. Да. Мы идем домой. Вот там. Покажи мне ее. Дача! Играть будем. Паша у нас там играет, а я сейчас буду стричь Сережу. Вот так он сейчас выглядит. До. И сейчас помолодеет лет на 5. Сейчас такой серьезный. Да я сонный еще. Я убралась на кухне. Сережа тут тоже мне помог убраться. Завтра хочу сейчас отложить баночки на завтра. И на послезавтра. Это вот две груши. Нет, хотя на грушу одну возьмем. Тыкву она любит. Так, овощный салатик дома оставим. И из холодильника возьму индейки. Ну давай, в общем, салатик возьмем, потому что наезд много. Вчера слив не будем брать. И помоги мне, убери их, пожалуйста, тоже. И знаете, я сейчас что ей давала? Смотрите, я Сережа постригла, он прям помолодел, похудел. Сколько ты сейчас сбросил? 9. 9 килограмм за 2 месяца, да? Да.
Открой, пожалуйста, холодильник. Сейчас вам покажу еще. Давала ей, знаете что? Так, куда поместить? Давай вот сюда. А, ну принеси. Вот так вот. Ну да. Так. А здесь есть еще цыпленок такой? Нам завтра купить надо. А будет. Яйца возьму на дальше. Да. Вот такой вот цыпленок ей очень нравится. Говядину я, по-моему, не помню, давала ее или нет. Она съела всю банку сейчас. Здесь много всего. А, еще вот такой вот творожок. Сейчас покажу вам. Вот такой вот творожок ей очень понравился. Тоже весь съела. В общем, ей не нравится смесь, ей стала нравиться еда вот такая. Вот такая вот. Которую будем брать. Я еще вымыла банку большую. Я хочу туда завтра сложить. Она же высохнет как раз. Ложечки. Тарелка туда не уместится. Даже вот эти вот от бутылок, да, маленькие, да, штучки, чтобы просто бутылки сложить и все. Вот это все туда сложу. И смесь с кашкой возьмем. Сейчас вот такую дедать кашу. В общем, чудесный ребенок переходит на нашу еду. Вот такой вот. Красота. А, это тоже пока уберем тогда давай. Птенчик кричит. Птенчик, ты что тут кричишь? У тебя веселуха? Я на мусор на даче яичницу пожарю. Мне девочка вчера подарила вот такой натуральный сухой скраб для тела. Дочь, к нам скоро соседи придут. Да. Хочешь пить? На. Попей. Ну, будешь пить. Друзья, все, мы будем заканчивать этот влог. Всем спокойной ночи. До завтра. Завтра мы едем на дачу. Завтра с вами увидимся. Всем пока-пока. Бару, наверное. Про витамины рассказать, поэтому возвращаюсь. Мы тут убираемся, все убираем. Милана он играет. Сейчас перевернется. У меня баба Лида нам приносила вот такие вот нектарины. Инжир, да, они называются. Мне очень нравится. Я персики не люблю, люблю вот такие вот плоские. Про мазь я вам рассказывала, про витамины. Я рассказывала во влоге как-то, что у меня кружится голова, когда я наращиваю. В общем, Сережа сейчас принимает вот такие витамины вместе. Ему очень понравились они. Там они в коробках. А я вот такие тоже этой же фирмы. Вот так они. Прям вообще мне тоже понравились. И в беременности, я вспомнила, когда у меня кружилась голова, у меня гемоглобин был понижен, мне вот прописывали вот эту штучку, пить всю беременность. И я сейчас, вот они у меня остались, видите, почти чуть-чуть уже осталось, я их пью, и у меня перестала кружиться голова, я их пью 4 дня. Утром и вечером, утром на голодный желудок, за полчаса до еды. И еще мне вот такую прописывали, это мне прописывал, когда я ходила проверять сахар. И милашки еще на ножке есть красная штучка, которая потнится она. В общем, ничего не помогало, судогрем в итоге не помог. И я вспомнила, что нам прописывали, тоже было на лице краснение корочками при рождении. Нам прописывали вот этот крем, он за 2 дня помог. И сейчас я мажу первый день. Вчера ночью я намазала, и вот сегодня 2 раза. Уже краснота сошла. Завтра покажу, что в итоге у меня будет. Я на ночь тоже еще намажу. Ногу мою, высушиваю. И для десен ей помог вот такой крем. Если ей очень-очень больно, я мажу. Через 5 минут все. Кто-то перевернулся. Дочь, руку вытащи. Руку вытаскивай. Сейчас бабушка бы увидела. Сказала, как она сейчас опалкнула. Вытаскивай руку. Господи, вывихнет же сейчас. Так, еще тут пойду выдергать ее. Вот что такое? А, это валидол у меня тут еще. Это валидол. Почему такое увеличенное? Дочь, ты укрылась пледиком? Какая ласкуша, нежная девочка растет, да? Такая нежная девочка. Будет любить, чтобы ее целовали, да? Ну, пойдем кушать-то. Пойдем кушать, готова кашка. Пойдем кушать. Да, пойдем кушать.